Перед началом целевых курсов сотрудники, привлекаемые в качестве преподавателей, сами прошли установочный семинар в Центре подготовки и развития персонала. Программа обучения предусматривает такие темы, как полигазовый режим, безопасность при проведении и креплении выработок, противопожарная защита, электробезопасность, методы эффективного контроля и поддержания выработок в безопасном состоянии, мотивация к безопасному труду. Концентрировали внимание, что оно должно быть направлено на именно акцентирование тех проблем, которые есть на участках, чтобы в конце концов снижать количество опасных факторов на участках, чтобы меньше было тех же самых нарушений. Ну а конечная цель – это предотвращение несчастных случаев на производстве. Обновлять и актуализировать знания по безопасности необходимо постоянно. Ведь задача руководителей – предотвращение инцидентов и аварий и правильная мотивация работников к безопасному труду. А это требует системной работы, в том числе и с помощью таких целевых курсов. Это нужно для того, чтобы постоянно у начальника участка, у должностного лица, у заместителя, у механика участка постоянно всплывало в голове все эти требования, правил безопасности, все то, что он должен знать, занимая свою должность, занимая свой пост. Это правила безопасности, это по электроустановкам, это по охране труда и так далее. Здесь раскрыто порядка 8 тем, и пока то по этим 8 темам отдельно мы доведем до начальников и заместителей. Я считаю, что это очень полезное и интересное обучение. Отметим, что образовательные программы с использованием материалов аудита, расследования происшествий являются одним из ключевых направлений формирования культуры безопасности на предприятиях компании «СО Кузбасс». Ежегодно в Центре подготовки и развития персонала различные курсы обучения по вопросам охраны труда и промышленной безопасности проходят более 5000 сотрудников компании. На постоянной основе, в том числе через предсменные электронные экзаменаторы, на угледобывающих предприятиях организован контроль знаний в сфере требований безопасности. Галина Лина, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.